Всем привет! Сегодня 2 мая. С утра еду за мамой и едем к Мае. У нее день рождения вчера было. Вчера она только с Хабаровска приехала. И сегодня будем готовить. А у нее день рождения 1 мая. Ой, да, 1 мая у нее день рождения. И вот мы сейчас еду помогать готовить ей. Ну, маму заберу и с мамой будем помогать. Так что оставайтесь с нами и не переключайтесь. Приехала на берег. Что здесь такое торчит? Там дорога такая плохая. Совсем ее раскатали. Надо что-нибудь поправить, что-то задеваю, блин. Сейчас посмотрю. Ну и что здесь? Дорога, а? Что там папа делает? Ну-ка. Что-то он уже делает. Что-то там делал. А? Камни поверх, повыше немножко. Ты камни? Это ты камни накидал? Я. Ай. Все равно вода сюда придет, видишь? Вода придет. Да, потому что в Комсомольске еще не пик не пришел. А сколько воды уже здесь? Эта вода сюда придет, вот здесь уже будет. Надо, я даже не слышал, как ты подъехала. Да? Да. Там они это разворот вот здесь, поворот. Где это? И это, гараж ихний, вот. А? Вон где Иванников, вон. Да? Там, блин, такая дорога плохая уже. Весь колее, колее такую понаделали. Ну, глубокую. Надо поверху идти, как его? Брать, чтобы колесами на возвышенности идти. Ну, я брала все равно там это, несколько уровень. Вот так вот понаделали. Ну, аккуратно въезжаем в ямку. Потихоньку, раз, въехала, казанула, поднялась, все. Да я, наверное, скоро поверху буду останавливаться. Вот так вот. Папа все равно таскает камушки. Торик, привет. Привет, мой сладкий, привет. Таскает камушки. Кого? Собачку не видишь, наверное, нет? Да нет. Ну-ка позови Мити, может прибежит. Какая собачка?
На них не похоже, вижу их это. Да нет, не вижу нигде. Не видно. Сегодня что-то. Да? Мы ее кормили с этой чашки. Давай. Папа себе работу нашел просто. Что-то надо ему делать. Что он там делает? Он смотрит. Сейчас пойду посмотрю. А зачем он это убрал? А, ты трап хочешь завязать? Да веревки освобождают, но завязать-то надо. Веревок море здесь. А это... Коля приедет, с Колей сделаешь. Да что там? А ее сломает, наверное, выдавит. Она сломает, бесполезно, Владик, сломает. Не сломает. Ничего не сделаешь. Ее поднимет. Лед поднимется, вверх будет лед. Вода. Вода поднимется и лед будет. А вот это что такое? Кто-то сюда высыпал, что ли? Это сюда сползает. Это, блин, они этим. Это не высыпал, это как его. Вот это лед толкает, и это земля. А бесполезно, Владик, ничего не сделаешь. Сделают снова, ничего страшного. Это, ладно, Оксана пусть полы вымоет дома. Ладно, пошли. Груза, папа, вон вижу. Поработаем. Слышишь, папа, груза видно. Какие груза? А я не знаю, что ты груза, я увидела. Ну, железо-то пригодится, груза. Куда не ходи, Кира? А, вот. Да, да, это наши груза. Это пускай. Все, пошли. Сейчас я заберу. Лед. Вот елки-палки, молодец. Смотри. Сейчас унесу я. Как лед будет этот выглядит. Ладно, все, поехали. Подожди, пап. Во-во. А я вот залазил. А я могу без рук залазить. Молодец. Это я завязывал эти штуки. Завязывал и забыл, да? Вот завязывал. А я сейчас унесу. Ну, ладно. Кира, не надо. Пошли. Она глубокая? Конечно, глубокая. Ты что, блин? Руки замарала. Ой.